Всем привет, как всегда, это я с вами Данил. И вся у меня очень грустная новость и плохая. Во-первых, за окном дождь у нас тут. Во-вторых, я заснял третью часть Майнкрафта. Но это вся четвертая часть Майнкрафта. Потому что я когда снимал, оно у меня исчезло. Я остановляю съемку, оно не заснималось. Оно исчезло, но я снимал. Старался, снимал. И вы мне должны поверить. Потому что все имя вы. А ты сейчас все в креативе сделали, да. Так что все ютубил, но нет. Я сейчас покажу, что я успел сделать. Поменять цвет кровати, я уже не помню, когда я поменял цвет кровати. Ну, в Майнкрафте. Кстати, вот сегодня я хочу себе сделать железную броню. Потому что, а что я без нее хожу? Давайте скажу, что я делал. Во-первых, я сделал ферму, во-вторых, я сделал себе, конечно, да. Как объяснить? Мотыгу и лопату. Ну, лопату, чтоб копать. Что там я еще делал? За не помню. Это все, что я успел сделать. Потому что ролик и то был небольшим у меня. Да, я убежал тут. Вон там. Ну, покажу это уже потом. Ладно, сейчас покажу. Такой походик. Арбузы чего-то не растут. Уже какой-то эти день Майнкрафта. Я бы хотел бы еще бы свеклу посадить бы. Слушайте, какие густо, потому что я ем конфету. Пойду освобожу инвентарь. И сделаю новые инструменты. Мне надоело ходить как бомз. Бомз. Я не бомзик. Но я звук не упучу. Вот, да, я изменил цвет кроватки. На ней у меня чекпоинт стоит. Зачем я так много цветов поубивал? Они мне теперь только мешают. Где его можно оставить? Гнилую почту тоже.
Я вот думаю, так гнилую почву никогда не буду кусать. А ща беру на всякий случай. Ну на всякий. Вот так все разом. Это еще надо вылазить. Сейчас заменим инструменты. Так, еще стрелы мне не нужны будут. Потому что у меня нет. Потому что у меня их очень мало. Кирка и топор только поменяйтесь, пожалуйста, местами. Мне еще надо очень много факелов. А нет больше из чего делать. А, то у меня просто палки закончились. А палки это то. Ладно, ладно. А, у меня есть еще 7 палочек. Так, стой, сейчас будем еще крафтить факелы. А что? У Вадима на телефоне, он все-таки начал по чуть-чуть играть в Майнкрафт, Вадим. Да, он не играл по Майнкрафт, а по чуть-чуть. И в чем прикол? У него факелы делаются по... Знаешь, у него то факелы по одному делаются. По 64 сразу задают. Крафтить один факел, 64 получается. Это что за... Бегать пока не надо, еды за мало. А. И парк. Почему он не по лестнице? Зачем у него путь не разыгрывать? Извини, блядь. Я думаю, я не увижу. Я даже не хочу на это смотреть. Ускорбила, не на мне. Мне надо другое мясо. А я... А почему? Мне еще подарили, потому понятно. Ну, тут не у меня, а у одного ютубера. Мне знакомого. Эдисона. Кто знает Эдисона? Молодцы. Со слайкой подписка на канал. Если вы подписаны, то поставьте лайк на канал. Мне сложно, но мне приятно. Под почему-то ладится. Потом там упал без конца. Я бегу по не что-то мне придется один в этой серии поиспользовать чит. Потому что я не хочу эту дочь тупую сдать. Ну так что я включил? Надо день. Так, переместим. Все. Я никак не могу забыть то, что произошло. Вообще не заснялась. Блин, еще не говорите, что я на острове живу. Нет, не на острове. Я помню, я в третьей серии куда-то убегал, и там не было воды. Меня сложил мне. Моя тебя не отправлюсь. Поплыли. С вилкой ходит, дурачок. Всех надо ходит убивать. Что вилка поломалась?
Чё так много? Ладно, без меня футона. И не футона. А, вот. Да блин, а что такое? Не вижу эти лаги. А что там полегчилось? Вот тут его путаюсь. Я сюда заходил. Пеший. Недалеко. Летающая тарелка. Вуль. Вы поймите. Ферма меда. Меда. Да. Сколько указаний? Че это? Кстати, мне она поможет делать одну вещь. А спасибо мне, что я вас освободил, пчелы. А спасибо где? Потому что если бы не было, то они бы там ушли навсегда бы. Колики. Ладно, пойдем в тайгу. Так много еды. Сожру себя. Пока умели листичку, пока умели. Болото, наконец-то. Хоть какое-то нормальное место.
Так, все, вылезли. Сахта. Я в это время ищу сахту. Ну, зачем мне путешествие? Я легкие, голодные холки. Опа, видели, там большая нормальная сахта. Это манер, это спокойно. Я не думаю, что я его завезу, но не смотрю на них. Я в купу зомби. Надо как петух ты. На. Заток петух. Фу. Сейчас я тебе посмотрю, думаю, в глаза. Па-па-па, как мне повезло железно слить такую, по-моему. Из-за редкости. Ну не, по-настоящему в Майнкрафте это редкость. Без добычи, без ничего. Там я вижу еще одну железку. Только одну. О май гад, как повезло мне, папа, повезло. Извините. Но я вообще она готов убить. Просто я не хочу никого. Я рубенький. Я еще рубенький. Просто если подобствие вазовый, потому что я не знаю почему, меня плохо слышно, я это монтажирую, чтобы было меня лучше слышно теперь. Потому что первая серия не очень была, я это все знаю, понятно, что я немножечко. Короче, на нас только гравий не упадет, если упадет, то упадет. Там уже ничего не я видел, что кто-то упал. Что-то зеленое. Зомби-подводник выбивает. А мне честно все равно, чтобы он только сдох бы. Как повезло. Сразу спине на голову. Так там надо 26 железа, ну вот сюда буду 30. Мне саму... О, за 36. Мне самому как-то в Майнкрафт нудно играть, но если это заради почти, то я готов играть хоть каждый день в него. Не, я обожаю Майнкрафт. Я каждый день в него играю. Долго. И ну не нудно, но долго. Я потом еще буду делать фигурки из бумаги, там мотивов, алмазные блоки. Хочете, я даже засниму, как я буду разбрасывать, делать алмазный блок. Но это может быть засниму сегодня.
чики. У меня там два чиктока лыса. Не, не чиктока, а соуса. Всегда путаю. Просто у них одинаковый хат. Насчет такси вот. Там два, три уза лыса. Нормально так лыса, вечера. Глёк, честно, заканчивается. Чик. 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 Где? Где это обновление голубей пещерых не видно? Потому что почему огромные голуби перенесли-ка на 1.18? То есть не голуби, а пещеры. Потому что они нужны огромные пещеры. А тут нет, но резко оказывается. Вообще два. Опа. Даже не два, а три. Вау. Даже не ты, а четыре. Ну, мне обновление насчет тут нравится. Потому что можно спавниться высоко. Туда ставим факел, хорошо, что... Не, ну, скажи, что... смотрите, если вы сейчас слышите это хоть кто-то, пожалуйста, напишите по этому разработчику Майнкрафта, чтобы если факел стоит, а на него там капает дождь или там вода, то чтобы он потух. Пожалуйста. И чтобы вещи не летали там кругом, а чтобы они падали нормально. Я поэтому мечтаю в 1.19. Зомби я успею поставить в лагерь. А ты меня не то успеешь. Из-за лагерь. Из-за лагерь. 13 уровня, даже это не замечал сначала. Не, ну опыта хромилку я должен в этой серии попробовать доделать или в следующей. Ладно, сегодня я хоть ее получше сделаю. Потому что я как раз сюда отправился. Из ради железа, а железа мне надо для опыта хромилки. Хочу автоматизировать, чтобы весь лут оставался. Хотелось бы деревню бы найти его. Да, мне бы хотелось бы деревню по-настоящему бы найти бы. Ну, Майнкрафтчик по-настоящему. Кто хочет побывать вправду в деревню? Я хочу. Я бы там один раз покупал. Жаль, что это не видо воды было. Мне надо перекусить последней говядиной. Не, ну конечно, за все-таки пещеры обновили еще чуть-чуть. Ну тоже забыли, я не купил это поле. Ну, у них даже уже лучше алмазы находятся. Блин, только не лайки.
Я здесь тоже слышу полти наушники. Так. Скажи, что ВК это Влад. Я не знаю, зачем я поставил себе такой ник. Где-то там. Ну, где-то я его слышу. Вы перестали слышать чего? Ну вы. Я в следующей серии сделаю так, чтобы вы вот слышали игру. О, я мог полонца заснять, но нет. Я просто вчера поздно лег спать, где-то там в полчаса ночи. И спал чисто, да, честно, до 11. А чё? Каждый спит как хочет. Я один на все. Я вообще Лава, ты мне очень нужна для бесконечных источников. Чтобы не ходить там копать камень. Знаешь, что нет достижения, то была бы горячая штучка. А потом даже, может быть, еще я неправильно сделаю две стихии. Лава, не уходи, я тебя прошу. У меня уже больше стака. Привет, слепой. Я тебя раньше, чем ты меня заметил. Меч тоже добываем. Я из нее сделаю себе ступеньки. Скажи, что я уже не помню, медь, блок меди делается из 9 меди, просто выскажу, никто не видел блок руду меди, не вот такой, я видел, смотрите. Если вы еще на 1.16 и у вас бета-версия, то включайте все возможности, особенно возможности креатива. Не, ну да, умножается. Это точно, но у меня килку не на умножение, точно на удачу. Почему меч? Во-первых, я ее меч добывал, но у меня уже ее более 200. Блин, а нет, сахар не заканчивается. А килку мы почти сломали. Ладно, давайте я возле лавы полазю. Аккуратно. Я буду заставлять булыжником. Ну вот 25 булыжника у меня есть. Не, лучше я залью. Если я что там найду, то я... Я вернусь. Я пока остановлю. Слышу, я все вернулся на это место по одной причине. Потому что я когда заливал воду, вот что я нашел. Там еще лава, конечно, осталась. Ну я еще подушу. Блин, факел. Давайте добывать мои первые алмазики. 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 На шерсти. Сто девять алмазов. Вау. Так. Я читал по стратегии насчет алмазов, что надо копаться в стол. Ладно, если не понял. А чё это такое? Да.
Мне что намекает? Вас тут Вася? Или мне такое? Ладно, не, ну я покопаюсь. Ладно, теперь тут нет смысла копаться. Покопаюсь туда. Так, ничего нет, ничего. Алма, откуда его? Как? Один алмаз? Один. Чё там? Там ещё один, как? Ещё. Ещё. Я себе говорю, я правда, я это не мотаю. Я себя клянусь. Я это не ставил. Вау, ещё этот стон. Я это не ставил, я вам клянусь. Ау, 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 капиток. А давайте ау будем называть капитком. Меч надо подобрать, точно. Ау, ау, затусить. Потому что лава плохая. Ужасная. Давайте еще туда попробуем покопаться. Не. Ну блин, как мне так повезло, я даже не знаю. Хилка сломалась. Прекрасно. Хорошо, что я брал с собой нормально, так где его? Так. Верстачок. Пачки. И верстачочек. Будем добывать обсидиан. Просто скажу, скорее всего, вы не видели те алмазы, потому что здесь стоял блок. Да, блоки стояли, я их убрал. Восемнадцать. И еще 15. Скажи, вы все-таки, а почему ты не автокрафтом пользуешься? Потому что я хочу алмазные вещи, не автокрафтом пользуюсь. Не, ну воню пока не, не думаю не буду делать. Вот теперь можно автокрафт. Опа. Все, я модный, сильный. Та-та-та-та. Ладно, пока, когда я выкопаюсь, я выкопаю этот один обсидиан и... Опа, я когда выкопаю весь обсидиан, я вернусь. Так, все, я уже выкопал 21 обсидиана. Ну, точно, может быть, все-таки покопаюсь? О, надо что... Это тоже хаос, я удар. Да, ну вроде. Как хотел сейчас сказать по 17-й. Хотел я сейчас сказать, я хочу 17-й уровень, так он уже у меня есть. Уже почти 18-й. Я не против 18-го. Я не против. Да, последний опыт, пожалуйста. Yes. Можно вон туда копаться. Не, я думаю, 20 обсидиана надо закончить. Остановить, посчитать, сколько тут было обсидиана.
Опа. Не, ну я пока еще железными вещами попользуюсь. На уровне бедрока еще можно искать алмазы. Я помню, когда у меня еще даже не было канала, я так нашел на алмаз. Ну, не один алмаз, но нашел алмазы. Короче, все, ладно, дуистикой не будем заниматься, вылазим. Ладно. Ладно, я закончу тут. Тут ролик закончу. Ладно. С вами был я, Данил. Всем пока.